Вот наш следующий день. Утро, Монреаль. Сегодня у нас приходит контейнер. Будут грузиться два вот этих абсолютно новых рыкса. Это у нас 24 на 24, 350 бензиновый, белый на Паламина, на Кришем Салоне, кто помнит его, в комплектации Luxury. И второй у нас будет грузиться RX350H гибридный, в комплектации Ultra Luxury, также 24 на 24. Это у нас идет для одного заказчика, который заказал два Lexus и направляется на Грузию. Вот с минуты на минуту поставят контейнер. Будем грузить, будем крепить, будем вам все показывать. Так, подъезжает контейнер. Дмитрий, приехал ваш контейнер. Грузим первый. RX у нас заходит бензиновый, обычный, который. И второй у нас пойдет гибридный. Бензин слили. Все подготовили. Все, что идет с машиной, с автомобилем вашим. Все здесь. То есть все книжки, коврики, экстра, полки. Эти коврики у нас здесь, зимние. И уверен, что здесь все на месте. Да, а здесь то же самое, только здесь у нас, по-моему, один комплект ковриков. Да, у нас здесь только летние коврики. В гибридном зимние, летние. В этом только летние. Но также книжки, все у нас здесь идет. Встречайте. Так, загнали первый RX, начинаем крепить его, поставили каблуки. Слева, справа, сейчас будем прибивать их и дальше будем ставить, также крепить сзади. Ну и потом будем загонять второй RX. Так, загнали второй автомобиль. Первый закрепили, второй сейчас будет также крепиться. Каблучки ставятся больше с обеих сторон. Ну вот и все. Все готово. Трак приехал, забирают контейнер. Все закреплено. Один Lexus, второй Lexus. У нас уже все качественно. Начиная от деревяшек, заканчивая веревкой. Делаем профессионально. Ребят, в общем, так у нас происходит погрузка в Канаде на данный момент. Но вообще мы погружаемся и в Канаде, и в США. И если вас интересуют наши услуги, компания Sawmotors, +1 2 6 7 6 3 2 4 7 7 4. Пишите. Любая техника из США и Канады, новая, а также новая. Отправляем во все страны мира.